Не люблю французский стейк. Не настоящий он. Их вино, особенно красное, тяжелое. Отвратительный вкус. Ивус. А вы знаете ее? Часто думаю о ней. Становится легче. Говорят, злые люди не могут так петь. Но если бы вы слышали, как она страстно поет. Как договаривались. Ненавижу меню. Слишком длинный, слишком большой выбор. Нельзя давать столько выбора. Унозин и клоназепам. Их действия разные, но характер похож. Замедленность, сонливость, внешние признаки легкого опьянения. Это надежда? Почти. Мне нужны гарантии. В жизни нам гарантированы лишь две вещи – налоги и смерть. Все остальное, как в супермаркете. Яд действует мгновенно, сжирает все, сначала горло, потом трахею, желудок, часть кишечника. Судя по этикетке, изготовлена во Франции. Не хочу мучений. Я не выношу боль. Бога ради, ну помогите. Бог в этом случае плохой советчик.
Вы не ответили мне. Она прекрасна. Флиртуем, словно танец на острие бритвы. Каждый новый день, как рождение заново. Ненавижу флирт.